Плановая проверка началась в 11 утра, когда на территории одного из рынков Реутова появилась совместная комиссия налоговой инспекции и управления потребительским рынком городской администрации. За один только час было выявлено более 20 нарушений. Многие предприниматели, работающие на рынке, не платят налоги, а подавляющее число рыночных торговцев, граждан ближнего зарубежья, не имеют при себе регистрации. Мои личные? Ваши личные документы. Здравствуйте, ваши документы. Позавчера у вас не получилось, запустили? Я что, снимаю? Нет, все равно. Кто хозяин? Ну что значит не знаю? Вы кого работаете? Я знаю, но у меня телефон есть. Касса аппарат сбилась. А почему там делать? Регистрация. Регистрация. У меня сестра в Москве, она сейчас должна получить. У меня сестра живет в Москве. Основная часть единого налога на вмененный доход идет в местный бюджет. Налог платится всегда вперед за месяц, а рынки обязаны предоставлять торговые места только при наличии документов, подтверждающих установку на учет налоговой инспекции и наличие кассового аппарата. Сотрудники налоговой инспекции считают, что именно руководство рынка не следит за тем, чтобы присутствовали все необходимые документы. Они не требуют документы. Люди, то есть предоставляются места без документов. Это значит... Вывод, что не все деньги поступают в бюджет города. Сами продавцы отсутствие кассовых аппаратов и документов, подтверждающих право на торговлю, объясняют очень просто. Потому что на улице, там даже в технических условиях, я могу показать, написано, что не даже попадание солнечного света, прямых атмосферных осадков. Влажность до 80%. Сейчас может быть влажность и 90% быть. Так что он, в принципе, не приспособлен.